Накануне в дежурную часть города поступили сразу несколько сообщений о кражах велосипедов. Заявители рассказали, что имущество было похищено из подъездов многоквартирных домов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний уроженец Ставропольского края. Злоумышленник похищал велосипеды с лестничных площадок многоквартирных домов при помощи специального инструмента, которым демонтировал блокирующие устройства. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания. Похищенное имущество мужчина успел реализовать. Вырученные денежные средства потратил на выпивку. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. В настоящее время велосипедист-угонщик находится под подпиской о невыезде.